И чем больше точек притяжения будет создаваться на территории, тем больше будет этот поток, и тем больше можно выстраивать вот этих вот торговых элементов, назовем это так. То есть магазин сувениров для туристов, ну, это, как правило, объект обязательно к посещению, то есть никто, как правило, с пустыми руками из поездки не возвращается. Поэтому эта история имеет право на жизнь. Если там будут какие-то современные креативные пространства, где там студенты или жители города, не знаю, что-то в режиме онлайн мастерят, да? Что-то, да, производят и тут же реализуют, это тоже вполне себе интересная практика. На нее даже как минимум можно приехать посмотреть, поучаствовать тут же в этом мастер-классе, да, а потом вот эти вот какие-то сувениры или продукт вот этого мастер-класса забрать с собой.